Всем доброго времени суток. Сегодня Феликсу подарили новый мячик, потому что старый мячик он разгрыз. Феликс очень любит теннисные мячики. Да, Феля? Любишь мячиками играть? А можно мне поиграть? Ты где? Мне поиграть мячиком можно? Рыжая попка. Мячиком можно мне поиграть? Видимо, нельзя. Ну ты же не жадный, Феликс. Давай я тебе буду мячик кидать, а ты за ним бегать. Давай мячик поиграй. Дай мячик поиграй. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, дай. Можно, да? О, нельзя. Нельзя. Ну ладно, все, я поняла тебя. Сам будешь с мячиком играть. Ну смотри. Ты только не разгрызи новый мячик. Хорошо? Ну, может быть, все-таки вместе поиграем. Давай вместе поиграем. Дай, пожалуйста. Ты Басику мячик показывал? Феликс пришел играть мячиком на террасу, на диван. Ой! Через некоторое время Феля расплющил мячик. Сейчас я его постараюсь нормально сделать. Что-то не получается пока. Феля, подожди. Подожди, я пытаюсь мячик у тебя выровнять. Наконец-то у меня получилось выровнять мячик. Сейчас я с Феликсом поиграю. Феля, лови. Ну все, теперь он мне мячик снова не отдаст. Давай еще тебе мячик покидаю. Не хочешь? Ну ладно, как хочешь. Да блин, я же его только что выпрямила. Ты его опять скукожил. Посмотри, он стал приплюснутый, как блин. Дай выровню. Нельзя. Сам тогда выровняй. Выровнял? Ну, вроде выровнял. Ну, на этом я, пожалуй, закончу видеоролик. Всем пока, до новых встреч!